Я думаю, настала пора нам научиться управлять вот этими рогницами и дисплейсменты, и как они там еще называются, ну, в общем, делать структуру нашу объемной. Поэтому мы сейчас сделаем следующее. Мы возьмем сейчас mesh plane, его раздвинем подальше, вот так, перейдем в edit mode. Да. И как бы советуют сразу он врэппинг сделать. Не знаю, зачем. Нажмем U, он врэп сделал. Хорошо, сделали врэп. Так. Теперь перейдем мы в шейдинг. Вот у нас шейдинг, да, все нормально. Так, скажем, новый. Вот у нас новенький. И сюда надо нам загрузить текстуры. Имиджи текстуры. Но лучше сделать не так. Сейчас, секундочку. Вот здесь есть у нас как раз то, что нам надо. Это... Как им пользоваться? А, точно так же, да? Где у нас корнер? Нет, нам надо на D. Что ж такое? А как я тут сделать на D? Новый создают, не нужно нам его. Так, как перейти в зону B? Он все время сидит на S. Что, неужели писать надо? D, так и вот так. Ха, глупости какие. Так, ну да ладно. Вот мы пойдем в блендер, зайдем в текстуры. Я попробую. И здесь у нас, как она называлась, ребят, подождите, какой-то Paving Tools. Келамины, Paint Plaster. Вообще пластер это есть. Ну ладно, камни возьмем. Камни возьмем, и какой он там я нашел? Paint Stones 07. Возьмем вот это и вот это. И кинем сюда. Интересно. Все по одному, что ли, кидать? Так, это Рогнис. Это диффуз. А нам надо еще что нам надо? Нет, тут неудобно, кстати. Совсем неудобно. Так, нам надо вот этот нормаль. Да, вот этот нормаль. Давайте мы его кинем отсюда, удобнее гораздо. Так, и распространим вот здесь. Вот так, допустим, да? Пока что вот так делаем. Хорошо. Тут уже колор, это понятно, диффуз, если. Вот. Мы его нашли вот такой, да? Но он совсем никакой. Он просто никакой.
Так, теперь нам надо вот что, оказывается, мне мешало. Норм. Вот, normal map. Вот оно. Вот это надо подсоединять сюда. Здесь сказать, что никакого колора нам не надо. А вот это уже в нормале засунуть. Вот, видите, оно уже поднялось у нас кое-что тут. Хорошо. То есть я теперь буду знать, что между ними надо ставить еще normal map. Кто бы знал? Казалось бы, ну вот же оно, у нас соединил и все. Ну, ладно. Так, теперь здесь у нас Rognis. Интересно, Rognis тоже надо через какой-то специальный? Или Rognis можно подсоединить прямо вот сюда? Сейчас посмотрим. Да, кстати, вот здесь есть управление небольшое. Ух ты! Вот видите. Однерочку ставим пока. Ну, вот это уже хорошо. Мне нравится, когда есть чем-то поупражняться, да? Все хорошо. Ладно. И вообще тут неплохо бы поставить хоть какой-нибудь свет. Вот тут. Так. Пойдемте в объект мод. Скажем, нам нужна лампочка. Point. И куда-нибудь ее забросим наверх. Вот так. Скажем, побольше нам надо света. С чего здесь 10, когда 2000 надо минимум? Так, хорошо. Так, куда теперь все девалось? Вот, вот так, все нормально. Так, теперь надо разобраться с вот с Rognis. Нужно ему какую-нибудь еще штуку или нет? Так, нет, тут надо отключить тоже Color и подсоединить его с Roughness. Я читаю как Rognis, это Roughness английский. Вот так это и выглядит. Ага. Ну, теперь понятно хотя бы, как с этим обращаться. Так, ну нет пока вот управления вот этим, да? Поэтому я нашел такую вещь, что надо пойти и сказать search color color ramp. Вот оно. И мы его поставим вот сюда. Так. И здесь можем уже управлять. Черт знает чем. А нет, видно. Что можем? Темное. Это углубление, мне кажется, а белое это. Ну-ка. Так, сейчас попробуем. Если мы. Ну да, начинают какие-то там белые высветлять. Ну, в общем, вот так. Пока что вот так. Знаете, я бы такой, что я бы еще что-нибудь попробовал. Давайте мы это все удалим пока что. Так. И пойдем сейчас найдем следующее. Вот мне интересно просто. Вот здесь есть, я тут встречал металл. Металлические платы. Вот. Допустим, меня заинтересовала вот такая металлическая плата, да? Вот такая вот. Сейчас мы посмотрим. Я ее попробовал применить, и у меня не получилось ничего. Так, ну сейчас я уже знаю. Вот, вот нормаль. Нет. Вот это нормально, это не нормально. Так, это вот нормаль мы сюда посадим. Так. Это и ровница.
Roughness. Так, хорошо. А здесь мы скажем новый метальчик. Нет, вообще все это не так делается. Это я сейчас удалю. Скажу вот новый. Да, вот новый. Так. И теперь подгружу уже мои эти. И кину их сюда. Почему он по одной кидает, зараза такая? Так, ну и поехали. Вот наша плата, допустим, да. Первое, что мы сделаем, это мы ее соединим с колором. Вот так. Раз. Вот он появился здесь. Ага. Так, дальше. Нормали берем и говорим, что нам нужно нормаль. Так, нормаль мап. Вот он маленький такой. Соединяем его вот сюда с колором. Здесь говорим, что никакого у нас колора не будет. Зачем они так сложно все придумали? И здесь соединяем с нормальными. Вот так. Вот что-то я не вижу, что он прям занормалился со страшной силой. А, вот как. Мы его подняли здесь стринч. Угу. Ну ладно. А этот колор, мы скажем, что у нас никакого колора нет. Но подключить мы его можем к рафнису. Вот так. Прекрасно. И сюда можем еще подсобачить. Ну-ка. Вот этот колор. Color Ramp. Вот сюда его. Так. Ну и здесь уже каким-то образом руководить этим колором. Вот видите. Так. Или вот так. Затемнить все. Или засветлить там. То есть вот с тремя мы разобрались. Ну еще вообще существует две, да? Ну, это уже радует. Видно, что может превратиться в нормальную. Так, а давайте мы пойдем сейчас сюда и скажем У. Здесь откроем этот материал, вот этот диффуз. Вот он. Так. И попробовать его уменьшить сейчас. На секунду. Мотылик. Сейчас мы раздвинем вот так. Edit mode. Здесь скажем, что у нас будет
Юпитер, вот он. Он уже его перенес сюда. А этот, скажем, сейчас буква У. Smart UV Project. Так. И здесь сейчас уменьшаем. Действует, злодействует. Или делаем очень большие, или очень маленькие такие. Единственное, непонятно, почему он такой розовый. Он должен быть серый. Тут нельзя подключить какой-нибудь серенький материалчик. Ну ладно. А нет, все нормально. Вот мы разобрались. Просто выделенный был. Так. И блестит, как не знаю кто. Вот уберем немножко блеска. Скажем, что это металл. Да? Блеск вообще уберем. И роль не сможет добавить роль. А, тут он уже рам стоит у него. Ну ладно. То есть вот таким образом можно делать и это. Ну, наконец-то разобрались немножечко, да? Хорошо.